Приветствую вас в нашем турагентстве от Маши до Гоаши. Где бы вы хотели отдохнуть, милочка? Ой, вы знаете, мы с мужем объехали практически весь мир. Много путешествуем. Недавно вот летали как раз на кухню. Божественно. Вкусно, тепло, уютно. Я в полном восторге. Может быть, тогда я предложу вам поездку на солнечный балкон? Кстати, возможно. Но говорят, что сейчас там сезон дождей, и я бы отложила эту поездку ненадолго. Вообще, хотела бы сама отдохнуть, вы знаете, в одиночестве. Понимаю вас, конечно. Но простите за мою бестактность. Почему вы не с мужем? Где он? А, он в ванной, на островах. Рабочая поездка. Хочу сама. Предложите что-нибудь эдакое. Сама так сама. Это святое. Тогда предложу вам вот такой вот вариант. Готовы? Вы отправитесь на Кипр. Кипр? А что это? Спальня? А, детская! Кипр — это Кипр! Это как? Каком кверху. Смотрите. Ой, солнышко, хорошо. Загарчик. Официант! Хочу этот секс на пляже! О, давай! Да не то, что ты подумал! Солнце спряталось. Тимур, ну твою мать! Ну что, сложно мне сделать коктейль, пока ты посуду моешь? И хорошо, хорошо там соскребай с тарелок. Ага. Чтоб потом не перемывать. Ну, все-таки карантинный отпуск прекрасен.